Фигуры из бутылок, клеенки и пакетов. Мастерица из Снежинска делает фигуры животных и украшает ими палисадник. На сказочных персонажей приходят посмотреть со всего города. Хорошенький мой, красивенький. Петухи, лебеди, пчелы и даже павлины. Палисадник в одном из дворов Снежинска украшают самодельные фигуры. Их делает пенсионерка Александра Житарь. Рассказывает, что это хобби появилось у нее еще зимой. В интернете наткнулась на сайт с поделками для сада. Закупила оберточную бумагу, скотч, горячий клей и пакеты. Для каждой фигуры сделала заготовки. Для петухов нарезала ленты из пакета, нанизала их на нитку и приклеила к основанию. А хвост павлина сделала из бутылок, покрасила и пришила клинок. Пчелок сделала из обычных пластиковых бутылок, а для лебедей нарезала клеенку, затем высадила цветы. Чтобы глаз радовало, потому как у нас цветы поздно начинают цвести. Вроде трава появляется, зелень есть, а цветов еще нет. Вот я и старалась, чтобы было приятно посмотреть. И все фигуры выставила, когда они все тут заахали, заохали и начали больше предлагать помощи.